Честно говоря, вот все видео, которые я видела отсюда, именно с погоста Пельцер Татьяны Ивановны, они кажутся такими, как будто бы ее погост, ее вот место захоронения очень маленькое. Согласен. И такое прям, знаете, не развернуться. На самом деле нет. Может быть, сверху покажешь, да, здесь вполне себе такая вот большая, большая клумба. Здесь вот можно... В любом случае будет какое-то уменьшение. Да, ну вот по ощущениям казалось, что она прям очень такая маленькая. На самом деле нет. Да, она вот находится прямо рядышком возле забора, но ощущение какое-то очень уютное от нее такое, что она достаточно большая. Здесь можно, там, не знаю, поставить цветочки, зайти несколько ваз. Ну, в общем, мы поставили розовую гвоздику. Кстати, вот что я хотела сказать. Нам рекомендовали, мы уже говорили где-то об этом, рекомендовали, если вы ставите искусственные цветы, чтобы воду не наливать, и она не зацветала, там, не заванивалась с этими искусственными цветами, класть на дно камень. Вот здесь вот я только что увидела, мне очень это понравилось. Посмотрите, как это сделано. Вот стоят искусственные цветы, правда, здесь, ну, вода. Но внизу насыпаны камешки разноцветные. Я сейчас покажу. Это очень мило. То есть это, ну, как бы, если выливать, высыпать, то надо все вместе. А я еще скажу вот чего. Многие пишут, что все знают, все, что вы говорите. Это так. Я бы мог сейчас сказать, что вот эта часть монумента, она квадратная. Казалось бы, очевидно, но об этом никто не говорил. Но я не буду изгаляться. Мы не претендуем на роль первооткрывателей. Повторюсь, да, мы просто гуляем. Просто гуляем, хотим выражать свои эмоции. Татьяна Ивановна Пельцер, любимая бабушка советского кинематографа и детей, которые, ну, уже в постсоветское время выросли, но очень любят советский кинематограф, как мы с Димой. Но об этом мы чуть-чуть попозже расскажем, да, и не здесь. И мы помним прекрасно те самые фильмы, в которых играла Татьяна Ивановна Пельцер. Но особенно хочется отметить, мы смотрели спектакль 70, не помню какого года, 4-го, чтобы не соврать, не буду точно говорить, но 70-х годов мы смотрели записанный спектакль театра сатиры, в которых... Женитьба. Ну что, сейчас. Ну подожди, давай заново. Как он назывался, этот спектакль? Я не Фигаро помню. Просто. Ну, Фигаро. Но не женитьба Фигаро. Безумный день или женитьба Фигаро. Ну да, безумный день. Давай заново еще раз. А зачем заново, если я был прав изначально? Нет, ну давай. Безумный день или женитьба Фигаро. Давай. Я потом это режется. Зачем? Все режется. Хорошо. Так вот, для тех, кто поклонник советского кино, кто вырос на этом кинематографе, кто до сих пор любит и смотрит, пересматривает по много-много раз, или такие же, как мы, довольно-таки молодые люди, которые помнят еще, чуть-чуть совсем застали этот период, но при этом мы тоже любим советский кинематограф и пересматриваем. Мы недавно посмотрели спектакль 74-го, по-моему, года, точно не скажу, 70 какого-то года, спектакль записанный, который поставили в Театре сатиры, с Александром Ширвитом, Андреем Мироновым и Татьяной Ивановной Пельцер. Называется он «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Причем героиня Татьяны Ивановны Пельцер изначально в этом спектакле, ну, очень сильно хотела выйти замуж за Фигаро, то есть Андрея Миронова. Ну, понимаете, да, разница возраста. Очень интересный спектакль, посмотрите. Дорогие зрители, поправьте меня, если я вдруг не права, потому что я тоже не знаю наверняка. У меня есть такой вопрос. Сюда. Вот многие либо делают из камня, либо вот как здесь, привязывают из дерева, вешают такую птичку на могилу, на памятник или на ограду. Я так понимаю, что птичка – это символ души человека, перерождения его в этом мире. Может быть, я просто не совсем знаю, как это правильно и почему так происходит, но вот здесь очень милая такая птичка из дерева вырезанная, ручная работа, привязанная к ограде возле памятников. Это прям так вроде бы и не видно, и в глаза не бросается, но когда ты обращаешь внимание на детали, прям так тепло на душе. Напишите, дорогие подписчики, что вы об этом знаете, что вы об этом думаете, и почему на многих могилах мы видим вот этот вот символ птицы. Я знаю, что это вот символ души, перерождения, души человека. А вы что знаете? Напишите нам, чтобы мы были более грамотны в этом вопросе.